Доброго здоровья, уважаемые телезрители. Продолжаем наше приключение в эпической игре «Мужицкое небо». Тут какой-то патч вышел на почти 5 гигабайт. Но, по-моему, ничего такого серьезного не изменил. Я тут пытался выполнить одно задание. Вот это вот на вонючей планете. Животных всех просканировал. А этих тварей, то есть не тварей, а растений 5 штук и минералов еще сколько там, 11, наверное, 14, не нашел, все облазил, обыскал, нету и все нигде, пытался под водой, но тут все мелко, даже дыхательную фигулю поставил, аэрационную мембрану. Ну это лужи, конечно. Ну и да ладно с этой планетой. Да, я как всегда здесь собираю эти штучки. Вот расширяю инвентарь. Я уже забрал эту штуку. Ну-ка, что там за... А, это я тоже собрал штучку. Закопанную. Все, отсюда можно валить. Так, переключим на... Тут нужно поговорить с Надой. Тут кого-то еще искать надо. Научился биться со стражами, с истребителями в космосе. Поехали по основному квесту. Звуки мощные, аж даже себя не слышу. Все глушит. Что за вот этот кубик? Не принимает. Ну не надо. А, подожди, я же хотел еще пройти через этих очков, которые принимают всякие награды там. Не награды, а эти выполненные этапы. Да, да, давай. Наниты, давай, наниты. 100 штук? Подожди, я же могу их загрузить, наверное. Я, кстати, все 6 планет открыл. А почему не пишет здесь? Он же их открыл. Обнаружено 22. Как перелистывать? Так, 331, да? 8331. Сейчас загрузим, посмотрим. Сколько? 2 с чем-то тысячи дали, я теперь помню, сколько там 4000 взялось. А еще можно отдельно что ли загружать? Смотри, можно еще так. А, подожди, подожди, может быть... А что за название странное? А, нет.
первого. А, это название цветы, выбранной этой фигули. Это тоже можно загружать. По 3 дают за каждую. Как все загрузить-то? Здесь была кнопка вроде как. Ну ладно, поштучно я потом позагружаю. Ну-ка, может он теперь еще раз примет от меня все загрузки, нет? Нет. Значит. Так, вот эти два, где они там балбес стоят. Два балбеса, идите сюда. Ой, из ларца. Ну-ка, теперь что скажете вы? Ничего. Тоже? Эспер. Птица какая-то. Да. Так, тут секвенция. Этот что, итерация кром. А, он какую-то случайную фигулю просит. Уже не просит. Все, идем к Наде. Аналитик планет, где обнаружено Сивида-4. Да ты чё? Я обнаружил Сивид. Не может быть такого. Фауну можно считать только. Ну-ка, вот здесь. Нет животных. Тут. А, вот здесь не всех обнаружил, кстати. Горячей планете. Тут всего один был. Тут всех. Всех. Найди Артемиду. Спросить плавало жеца. Кстати, да, там какие-то мне попадались чуваки сумасшедшие. А вы лежите лапас. Там взбесившиеся были эти сломанные стражи. Что за исследование? Чем там обозначил мне черную дыру? Прикольно. И все что ли? Теперь что, я в черную дыру должен залетать? Найдите черную дыру. Так, в космосе. Особым знаком отмечено к аномалии гравитационной. Бам. Подожди, ты там что-то про Артемиду было? Да ёлки-палки. По-моему, я что-то не так сделал. Их друзей. Подожди, она может переключить на задание. Путь. А, путь Атласа появился. Найти интерфейс Атласа. Так, надо и пол на коровах сидит, побитащий на борту тролля. Все отмелено на карте некий интерфейс. А, система со станциями Атласа есть. Ого. Так, космическая аномалия. Продолжайте поиски Артемиды.
Выберите пункт нас. А, вот это основной вот наш. Ищите подсказки среди звезд. А, как обычно, блин. Кто-то мне закинул только что 50 награды. Ой, не награды. Яйца этих. Так, а ты? О, заработал. Ядро личинки. Вот я хочу ртуть. Бить твари 40. Ого. Уничтожить опасных. Ну, давай посмотрим. Все, с другой стороны, зачем мне это тут нужна? КЗТ, КЗТ. Экипаж. Ядро личинки 25. Гиперядро. Да так себе, короче, тут какие-то награды. Стрёмненькие. Ну что ж, среди звезд так среди звезд. Погнали, погнали. Так, терминала другого здесь не было же вроде. И вот, кстати, нашел пиратский передатчик, 6 штук. Не знаю, в прошлой серии было, не было его. А, мне еще надо выпилить диоксид нужен. Активированная медь и... Дейтерий. Нигде не могу встретить, наверное, другие надо системы лететь. И вот это все в чепуху еще продать, вот я выбил с разговоров. И вот эти продать яйца дурацкие. Весь инвентарь забил с этим. Так, золото. А золото здесь. Так, это чепуха. Накинуть. Че еще? Гидроген. Здесь тоже. В вертолете нашем. Тоже в звездолете должно быть. И, а, вот эти еще штуки разобрать надо. Гиперскопление третье. О, третий подвалил. Еще и золотой самородок. Золото можно разбить. Гравитин, блин. А, гранитин. Все это на продажу. Только вот мордит я собираю. Пугня, кстати, 800 набрал. Нашел интересный способ их убивать. Заходишь на этот завод и отстреливаешь из двери их всех. Началось опять. Кто ты? Какие-то проблемы. Кого найти? Какой корабль еще? Всего 16. Давай, где ты? Смотрим, где он там трется. Ты ведь не знаешь, кто я. Он лжет мне, ну ладно. Опять эти повстанцы против лжеца этого Алова. Шлит сигнал. Артемида? Найти передатчик на дальней дистанции. Thank you.
Так, продолжаем. Так, компьютер база, это понятно. Мне надо вот это. Снова связаться с Артемидой, найдите передатчик на дальней дистанции. Башня голова. Ага, башня, все, понял. Это мы найдем. Так, вот это как раз я встретил. Там вообще такая история была. Нашел заброшенный корабль, оттуда нашел координаты другого корабля большого. То есть со звездолета на фрейтер уже там пираты напали. Так, потом на планету я сел. Так, архив, еще один шаг, разведка цели. Вот, надо вот это выполнить. И заодно мы... Вот это выполним, наверное. Вот, пропавшая так. Гильдия мне дала задание. Сейчас, где этот компас? Прощай, планета. Обнаружен важный объект. Ну давай. Ой, только не судно это. Я не хочу исследовать его. Тут расследовал проблемы. Мне надо, кстати, поторговать и сбросить груз. Так что я сейчас на станцию полечу. Сначала. Давно там не был. Или сделать сначала это задание. Да, завершу его, потом все равно лететь на станцию надо будет. Место, в принципе, тут есть у меня. Да. Место есть. Еще 6 ячеек. Тут, конечно, мест не осталось, но и да ладно. Чё-то модуль... Склад... Да нет у меня никакой баллисты. Продам я эту фигулю. Вот эти нужны диоксиды. Куда? Вот сюда вот. И полетели по заданию дальше. Такс. Ничего, здесь, правда, здесь лутать придется долго, мне места нет и так. Ни разу не лутал эти заброшенные корабли, но знаю. Видел. А вот и станция, кстати, он рядом. Переустановил, кстати, игру, перенес, то есть на этот, на SSD-шник свой, M2E-шный. Быстрее загружаться вроде стало. Приземлитесь, чтобы начать поиск. Вон там место есть, кстати, бесплатное. Бесплатная парковка. О, завод! Можно, кстати, пострелять сейчас. А, один раз я какую-то фигулю нашел. Какое-то здание, там терминал был, я типа взломал его, и все эти отключились. Просто сломались все и все. Те стражи. С них повыпадали банки с патронами. О, после починки дым перестает идти, оказывается.
там где-то здесь закопанная хрень. До этого углерода у меня хоть ешь одним местом. Вот же 1500 уже. О, навигационные данные. Ну чё, пойдем побалуемся. Где тут вход-то у него? С той стороны, походу. Патрончики пригодятся. О! А их-то у меня мало, 290. Я все потратил, что ли? У меня там 800, что ли, было. Вот это уже плохо. Опа, это что за прикол? Не знал, что это. А, не работает. Я думал, на них сейчас мне навигационные данные дадут. Короче, взломать не получится. Подожди, так это торговый, что ли? Я думал, завод. Ну ладно. Тем лучше. Все равно патронов не было. Давай рассказывай. Жалуйся. Так, использовать интерес, снаряжение обнаружено за один. Поставить ставку на предметы. Чё там? На оружие. А, высокую ставку, низкую ставку на модуль, да? Так, надо еще раз. Чё там за ставки, я чё-то не понял. Изучает каталог интересного снаряжения. Большинство предметов старые, ржавые. Снаряжение. Снаряжение обнаружено. За один. Надо язык изучать их. Ну давай низкую ставку. Поздравляю. Покупку ржавчина. Ну и юмор у них. Спасибо за ржавчину, челик. Ой, только вот эти зависшие цифры. Вот третий вариант здесь всегда. У меня сохранение, видимо, испортилось. Все, уже выход, что ли? Короче, так себе местечко. Здесь не прекрасная местность. Экс, разведка. Цель найдена. Погнали. Опа, а чё-то он неопознанный. А это вообще что за планета? Подожди-ка. Блин, старая планета. Защита от радиации снижается. О, радиоактивная еще.
500 единиц еще чего-то там. Капец, тут минералов неопознанных. Отказывается много. Надеюсь, я не по кругу хожу тут. Такое красивое растение. Что, выкопать? Вообще близко, типа. Опа. Здрасте. Я пришел вас уговаривать. Бросайте курить. Все что ли? Нет? Я иметь было так, труляля. Друг, вы торговли за... Он все про торговлю тут. Пропавшая форма жизни. Ну ладно, давай. Вернуться к диспетчеру. Подожди, а что он еще хочет? Ну-ка. Понятно. Молодец, что. Пропавшая форма жизни. У меня там на планете столько пропавших форм. И меня... О, модуль фотонной пушки выпал. Я не знал, отсюда такие вещи падают. За 300 нанитов. Подожди, фотонная пушка. Вот это вот. Мне как раз можно установить улучшение, только места нет. Все? Все вроде. Он мне там не дал случайно новое задание? Так, вернуться к диспетчеру. Черная дыра, да. Надо еще вот это вот просканировать какую-то форму жизни мне. Ну да ладно, так, подожди, я с этой сейчас Артемидой-то, я ж думал, что я вот это делаю.
Найти передатчик. А, все вспомнил. Что за передатчик это? 600, да? Я не буду так далеко топать. Возвращаемся на станцию, потом передатчик пойдем искать. Здравствуй, солнечный парус. Покатили. Классная штука вот эти варпы. Хоп, за несколько секунд уже на месте. Лепота. Ёлки-палки, понастроили тут. Так, диспетчер задания, вот он. Я, наверное, сразу возьму на этих, на стражей, потому что они хорошо убиваются. Если есть патроны, конечно. Пульки. Так, задание выполнено, 500 нанитов. Отношения с геками. Кстати, у меня максимальные отношения с геками. В процессе набил. Где-то. Высшая медаль. 118 уже. 87. А, из 100. А где они этот открытиях? Нет. Языки. Вроде здесь. Что это, не знаю. Подожди, а где язык? А, вот языковые записи. Смотри, сколько закладок. Это я все изучил. Нет, не все изучил. Сколько еще пробелов-то? Прикольное оружие отмечено. Оружие. Какой-то этот динозавр. У Атласа тоже, что ли, есть? Слова Атласа. Чё там? Подмятежный. Смерть Алому, да-да-да, я помню эту фигню. Судно, вот это как раз вот. Интересно, тут вся переписка, типа. А, это запись о путешествии. О, прикольно. Ну-ка, тут есть такие. Планетарный архив. Вот я, кстати, болтал с планетарным архивом. Здесь все, оказывается, запечатлено. Два раза вот я трындел. Про ихнюю федерацию. Первороды вот какие-то вот у них тут. Интересно очень. Так, давай-ка задание возьмем побольше. Потом повыполняй их. Сфотографировать токсичную планету. Отношения с геками, да, в принципе, не очень надо. Ну ладно. Тут уже есть токсичная планета. Так, гильдия торговцев. Возьмем. 4 стражи, это ерунда вообще. ГДК 40, убить стражи 8, единоемников тоже ерунда.
На нит еще дают сколько? 150. Ну, мало, конечно. Четвероногой стражи. Кстати, я убил парочку. Двоих убил. Недостаточно уровня отношений с фракцией гильдии исследователей. Ну, как с ними улучшить отношения, я не знаю. Ну ладно. Узнаем потом. А, кстати, я же хотел корабль продать, один разобрать, то есть я там нашел кораблик. Сейчас мы его ТПшним. Да, что? И столб. А это что такое? У меня их несколько, что ли? Критически. Поврежден, скотина, я его не могу забрать. Я его не починил тогда. Этот починил. Я думал, он сам по себе как-нибудь там. Ну ладно, фиг с ним. Вот этот грузовик можно и разобрать на куски. 8 миллионов, неплохо. Да ладно. Где там терминал? Сейчас освободим. Нестабильная плазма, теперь я знаю для чего. В плазмобластер его сувать. Уран бить. 600 тысяч, нормально. Так, вайкинский кинжал, да нафиг он не нужен мне. Если только на какие-то задания, там квесты. Так, у меня извлеченные еще штуки валяются. Корвуски тоже не интересует. Так. Давайте на звездолет. 13 свободных. Подожди, подожди, я не в тот звездолет сую. Могу пересобрать тот. То есть не пересобрать, а вызвать другой. Все, разбираем. Анализ. Утилизация. Извлечь модули не надо. Немедленно разобрано. Давай. Барахла на 8 миллионов сейчас продадим. У нас такое 21 было. Ну ничего так. Залутал я там. Неплохо. Обрезки. Так, переработная схема. Привет, субатомный регулятор. Сколько? 900. Неплохо. Катушка нагибателей за 300. Так, еще что? Все что ли? Подожди, а что, я на 8 набрал? 31, да, видимо. Оху, а это откуда взялись? А ты с того упали что ли? Модуль защиты звездолета. Модификация гипердвигателя. Подожди, подожди. А какой звездолет у меня сейчас стал? А, это самый первый. Ты давай-ка. Да, вот он. Так, во-первых, надо скинуть вот эту фигулю. Капец, у меня сука. Так, вот этот гармонический щит. А, не помню, зачем я взял его. Так, я могу поставить гипердвигатель, но C, конечно, фотонную пушку могу, звездолеты, баллиста у меня нету, продам, это мультитул, экзокостюм, места нет, мультитули, даже что там на мультитул, система вооружения, есть, кстати, место, можно запилить его на мультитул. 960 нанитов. Да, мне они не нужны. И так полно. Обречен расщепитель запрет. Че он там? Это так, с каким-то фиолетовым светом.
Время перезарядки скорострельности. Расщепителя или чего? Ну так себе, конечно, этот. Где-то расщепитель стоит, вот он. Ну как-то может быть его поближе. Они вместе никак не хотят работать. Скорострельность, да. Уни, металл, хром. Ладно, если что, потом разберу. Мог бы продать, блин. Аномальный улучшен из тем выражения. Подожди, а я сейчас что установил? Не его, что ли? Куча расщепителей. Я же вот этот... А, у меня их несколько, что ли, было? 480, да-да-да. 900 там с чем-то. Две штуки, значит, было. Так, защита от радиации, плазмомета нет, защита звездолета, и вообще места вроде нет. Тем более Б. Так, это чё? Баллиста смотрела, фотонная пушка. Невероятно мощная. Чё у меня с фотонной пушкой? А, у меня уже есть невероятно мощный, вот он. Урон 2%. Может быть его поменять на невероятно мощно, это разобрать. Кадмий. Так я продам его. Это чушь. А невероятно мощный поставлю. Че, она не вместе? Во! Во! Уже лучше. Скорострельность 2, урон 5. Хотя бы. Лучше, чем то. Так, все, идем продавать теперь эти занониты. Так, у нас картограф не нужен мне. Не так все хорошо с картами. Так, вездеход, корабель. О, пофиг, короче, где продавать. Давай вот у тебя. Они все скупают. Но самое главное, что у меня есть скидки. 50% скидка. Надеюсь, на продажу такой же. Да, похоже, что нет. Гармонический щит. Пошел вон. Какой-то пиратская муть. Возьмем, там было дороже. 400. Баллиста 300. Хорошо. Так, личный очиститель оставляем. Фрагмент экзокостюма стража. Да не нужен. Так, химзащиту оставляем. Вот как увеличить... А, ячейки, подожди, подожди. Ячейки мультитула. Где-то вот... Что за незащищенная архив? Что-то хакнул. Оба-на! Что за стул такой огромный? Б-класс. Ерунда какая-то. По-моему, вот здесь вот ячейки добавляются. Купить 8 тысяч... 8 миллионов юнит. Это цены. Жесть. Уж я как-нибудь обойдусь. Так, как за костюм места нет, ничего ставить сюда. Так что. Перчатка и очиститель здесь лежат. Так, вот это что у нас дальность бега, вот я добавлял тут. Тоже, кстати, с этих выпало. С каких-то там. Стражей. Сканер экономики у меня есть теперь. Есть на этот, на грузовик, расширитель. Короче, надо фармить вот эти штуки, которые увеличивают этот вот
Я не знаю, где их фармить. Вообще не знаю. Ну все, я все продал. Что хотел, у супа место освободилось, капец. Теперь можно и свалить. Так, а свалить? Свалить куда? Свалить, я знаю куда. На свою базу там. Тем более архив что-то спрашивал меня. Компьютер базы. Так, наша база, вот она. Это ущербную базу мою. Еще звездолета хотел построить там. Ой, звездолет, короче, я говорю, вездеход хотел же построить. Платформа для звездолета, для вездехода. Пешком ходить. Немножко того. Че такое? Оба-на. С тени вылупилась. Заросла база. Печь пуста, батареев пашет. Так, айда сюда. Такс, надо квест, наверное, сначала поставить. Да, вот этот квест, чтобы посмотреть архивы. Ага. Да, да. Ну-ка, что там тебе известно? А, восстанавливать архив. Изучить архивы. Конечно. Добавлен доступно технологические модули. А, это у них. Не у нас. Изучить строительную базу. Какие чертежи? Данные технологии для чего? Экзокостюмы. Личный модуль улучшения. Мне что-то дали. Халяву. Модуль подводной защиты. Что это значит? Куда я его поставлю, главный вопрос у меня. Значительное улучшение. Аэрационная мембрана. И значительно увеличить время нахождения под водой. Значительно? Модификация подводной защиты. А это что? Аэрационная мембрана. Вот у меня есть. Эффективность дыхания под водой 30%. А, это только увеличивает, это улучшает мембрану это. Ну, мне пока не требуется, но так, конечно, интересно. Давай ради прикола посмотрим, вот это уберем. Так здорово сделали, что можно их это... Как бы... 100%. Еще заряжать, что ли, его надо? Кислородом. Параметры, кислородный баллон. Что? Как это работает? Короче, пока не знаю. Я пока бекас. Пока оставлю дальность бега. 56%. У меня, конечно, и тут дальность бега 40. Здесь что-то другое. Сомнительно, ладно, посмотрим. Так, и нам нужно найти эти... Чё он говорит, постройте контейнер? Ну давай. Где-нибудь тут поставим его. А, у меня все это было уже. Кстати, а, еще и запитать его надо. Даже у меня появилась эта штучка. Контейнер для флоры. Это, наверное, декоративно что-нибудь. Ну-ка. Что сделать с тобой? Ничего. Вот. Мне нужен кочевник. Парафиний нужен. Металлическая обшивка. Парафиний 50. Платина, серебро. Понял, я выкинул, наверное.
Ну ладно, начнем, что тема. Ах, начнем, ага, начал. Начал, кончил. Так, надо сюда провод запитать. Ячеек. Так, и что мы сюда спрячем? Можно переключить на самолет? Нет. Прятать нечего. Так, вот эту вот, наверное. А, вот эти штуки положу туда. За костюм. Это все равно для модификации звездолета нашего. Пиратский вот этот. Так, антиматерия, наверное, нужна будет. Барбичейка. И вот этот Атлантидий. Что еще тут у меня долгосрочное? Ну все. О, могу я прям с инвентаря-то? Я, наверное, отсюда мог. Да, в контейнер мог отсюда запихать. Так, контейнер. Контейнер. Все? А нет, не все. Теперь все. Это, наверное, пригодится по заданиям. Там где-нибудь проводной станок нужен иногда. Так, ну, батарейка еще. Красота. Фэншуй. Ладно. Все. Я это сделал. Архив базы. Воспользуйтесь опять. Где-то там. Ключ установления. Даже какой еще ключ восстановления шрона узнать, может, зашифрованы ценные древние, все давай древние, типа архив же древний. Где-то запарил, вот там, кстати, было. За игра такая. Так, изучить архивы. Так, разбившийся звездолет, тру-ля-ля. Чертежи готовы. Личный модуль улучшений. Ну-ка. Модуль. Подожди, так это было уже, что ты меня спамишь этим подводным защитой, да? Ну ладно, продам, сколько он там, 140. Опять надо потрендить. Тут опять зависло, короче, как-то как с тем этим. Давай есть. Так, ну. Давай изучить строительную теперь. Фрагментация. Да, она зависла. Это глюк. Так и будет он бесконечно мне эти модули. Тут можно фармить на ниты. Очень медленно, правда. Все ясно с этим архивом. Так, подметежная звезда не хочу. Это непонятно где искать. Замерзшая планета.
Что это? Вы можете выбрать новый этап из каталога и руководства. Закрепите медаль, чтобы добавить его подробно. Так, нет. Не хочу медали. Так, потом что? Новое существо открыть надо, черную дыру. Вот, мне надо черную дыру. Или нет? А, башни, башни нужны. Да, башни. Сейчас найдем эти башни. Это называется сигнал бедствия. Кстати, я так и не понял, чем отличается этот артефакт от древних руин. Ладно, вот наши башни. Планетарный архив, блин. Это самолет-то где? Эта планета какая-то вредная. Я думаю, надо перелететь на другую и там искать. Космолет такой свой найду. Вот он. Припарковался. На заднем дворике. А визора нету. Отметить надо было сначала. Ну-ка, а так можно отметить, интересно. В космосе прям. О, можно. Ёлки. Эй, ты куда меня? Надо в архив. Колоссальный архив. Да, действительно колоссальный архив. Так, если это еще не посещенное мной, да, здесь надо со всеми болтать, у всех спрашивать всякие. А зачем? У меня уже юниты на ниты есть, все есть, мне это не нужен. Да и архив мне этот вообще не сдался. Честно говоря. Вот столько времени с ним каждым болтать, там что-то просить у него. Зато торгового терминала. Вот что я могу здесь продать? Чего? Может, что-нибудь продается? Эпс. Пугни, парафини. Стоп, 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 стоп. Ох. Вот это уже вот. Так, летим обратно на базу. Где там мой? Как его там, гравицапа, пепелац. Да где ты, база моя? Телепорт бы, а вон база. Минуты. Что-то такое визуальное в этот. А,
Отметка заходит за планету, понял. Уже лучше. 7 секунд. Вообще построить надо посадочную площадку здесь. А хотя зачем, если здесь телепорт есть? Так, мне нужен качель. Чего не хватает? А, металлическая обшивка, 5 штук сейчас сделаем. Класс. Надеюсь, я смогу его везде вызывать теперь. Здорово. Вот теперь на нем буду путешествовать. Так, у него есть инвентарь много. Вездекот. Вездекот. Он вообще крутой. Еще есть и чики вот эти форсированные. Не понимаю, зачем они. Ну что ж, уважаемые зрители. До новых встреч. Читоли.